Всем привет, друзья! Сегодня я представляю вам такой автомобиль, как Toyota Venza 2013 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 1 249 000 рублей. Выражаю благодарность автоцентру Альянс Гарант. Альянс Гарант – это только честный автомобиль. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер данного автомобиля. Также я вам расскажу про историю, рассмотрим плюсы и минусы. Toyota Venza – это пятиместный среднеразмерный кроссовер, производимый фирмой Toyota для североамериканского рынка, а с весны 2013 года и для российского. Данная модель позиционируется как автомобиль для молодых семей, предпочитающих активный образ жизни. Venza была представлена 14 января 2008 года на Детройтском автосалоне. Автомобиль поступил в продажу в конце 2008 года. Стоимость в США начинается с 27 тысяч долларов. В России заказы на Venza начали принимать с апреля 2013 года. Объявленная стоимость 1 570 000 рублей за начальную комплектацию. По мнению руководителя отдела продаж Toyota Боба Картера, Venza должна занять уникальную рыночную нишу, так как в этой модели сочетается надежность Camry, комфорт Avalon и функциональность Toyota Highlander. На Нью-Йоркском автосалоне в 2012 году была представлена рестайлинговая версия Toyota Venza. Непосредственные изменения коснулись внешности и оснащения автомобиля. Техника осталась нетронутой. Продажи автомобиля в США прекратились в 2015 году. В начале 2016 года модель, к сожалению, покинула российский рынок. Да-да, все так банально, просто-напросто не было спроса. В настоящее время автомобиль официально представлен на рынках Канады и Китая. Автомобиль оснащается двигателем 3.5 V6, 268 лошадиных сил, 335 Нм крутящий момент, с передним или полным приводом и также новым двигателем 2.7, 4 цилиндра. Трансмиссия безальтернативная, шестиступенчатый автомат. Venza с двигателем 3.5 стала первым серийным автомобилем Toyota, оснащенным 20-дюймовыми колесными дисками. Полный привод выполнен по схеме All-Wheel Drive. При проскальзывании передних колес часть тяги передается на заднюю ось. На российский рынок Venza с мотором V6 официально, к сожалению, не поставлялась. При этом большая часть опций, доступных в США только с топовым двигателем, устанавливалась в базе, в частности, биксеноновые фары и очень хорошая мультимедийная система и датчики парковки. Переживший рестайлинг кроссовер Toyota Venza образца 2013 модельного года имеет в штатном оснащении великолепный список опций, включающий непосредственно в себя ксеноновые фары с омывателями и автокорректором, светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары, диски 19 дюймов, двузонный климат-контроль, электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, мультифункциональный руль, датчик света, круиз-контроль, кожаный салон с декоративными вставками под карбон, задние датчики парковки, электропривод боковых стекол и зеркал с памятью настроек, передние сиденья также с памятью, обогрев лобового стекла, зеркала и передние сиденья с подогревом. Аудиосистема оснащена дисплеем 6,1 дюйм. Имеется вспомогательный цветной дисплей 3,5 дюйма. Были комплектации с люком и электроприводом и панорамная крыша. Багажное отделение внушительного размера 975 литров оснащено шторкой. В оснащение топовой комплектации добавлена система управления дальним светом, интеллектуальная система Smart Entry Push Start, которая избавляет от необходимости искать ключи в сумке, позволяет отпирать двери и запускать двигатель автомобиля простым прикосновением. Камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, электропривод крышки багажника, навигационная система с жестким диском и голосовое управление. Toyota Venza оснащается двумя типами силовых агрегатов. Базовый 4 цилиндра, 2.7, мощность 182 лошадиные силы, крутящий момент 250 Нм. Он сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Как передний привод доступен, так и полный. В модификациях для других рынков есть и альтернативный вариант в виде V6, 268 лошадиных сил, также идущий в сочетании с шестиступенчатым автоматом, передним или полным приводом.
и спереди, и сзади в независимой подвеске Toyota Venza использованы амортизационные стойки. Автомобиль оборудован дисковыми тормозами, передние вентилируемые. Дорожный просвет составляет 205 мм. Отточенная управляемость Toyota Venza прекрасно подходит как для города, так и для передвижения за его пределами. Благодаря возможностям подключаемого полного привода All-Wheel Drive с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, Venza станет незаменимым автомобилем для ежедневных путешествий. В состав системы защиты водителя и пассажиров Venza входит полный набор подушек безопасности, передние, боковые и занавесочного типа. И имеется коленная подушка безопасности для водителя. Из систем активной безопасности присутствуют антиблокировочная система тормозов, система распределения тормозного усилия при экстренном торможении, система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, ассистент перестроения. По сути, Toyota Venza предстает в качестве кроссовера уникального типа, который по стилю исполнения салона и уровню удобств значительно ближе стоит к высококомфортным седанам, что даже позволяет некоторым называть его универсалом Camry, но при всем при этом обладает всеми необходимыми качествами внедорожника. Какие плюсы отмечают владельцы данных автомобилей? Это просто сверхпросторный салон, как раз для путешествий всей семьей, небольшой расход топлива за счет отличной аэродинамики, наличие нескольких систем, обеспечивающих безопасное движение и улучшенную управляемость, весьма рациональное функционирование автомобильной электроники и, безусловно, полный привод. Конечно же, надежность. Многие модели Toyota славятся надежностью и низким падением цен на вторичном рынке. Безусловно, есть и минусы. Это недостаточная шумо- и виброизоляция. Отсутствие брызговиков. Да, конечно, пластмассовый салон, хоть и недорогой, но выглядит слишком просто для автомобиля такой ценовой категории. Иногда поскрипывает. Многие отмечают неприспособленность к дальним поездкам за счет отсутствия боковой поддержки сидений и того же шума. Кстати, в США этот автомобиль по стоимости именно проходит практически как бюджетный, а у нас премиум. Вот такой вроде бы как простой, но одновременно очень интересный автомобиль. Я думаю, что он определенно придется по душе семьянину, а надежность и ликвидность порадуют каждого автомобилиста. На этом обзор Venza завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Берегите себя. Пока.